Дженнивер? Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидон, и мы продолжаем воровать. Ха-ха. Итак, вторая часть вора, и сейчас мы находимся уже в той самой часовой башне, о которой я упоминал. Это новый дом Гаррета, по этому сюжету он живет здесь. И давайте-ка посмотрим, что у него здесь можно есть. Хранить особо приглянувшиеся находки. Сейчас тут только пыль. Ну, как долго меня совсем не было. Не совсем здесь только пыль. Вот. Бренные оковы уже здесь помещены. Прекрасно. Так, уникальная добыча. Но это я могу посмотреть через журнал. Почему-то, кстати говоря, не могу открыть сундучок. Ну ладно, наверное, и не надо. В этом сундуке я храню свои припасы. Надо собраться перед выходом. Так, давайте-ка заглянем. Пока что тут пусто. Золото. Золото 750. Что-то 726. Немного не понимаю пока что. Припасы 4 доступно. Ага, так. Водяная стрела. Так, еда. Но это все, что у меня сейчас есть, я так понимаю, да? Одна стрела. Еда. Бутылка. Охотничья стрела. Самая обычная стрела. И огненная стрела. Как она работает? В древке стрелы содержится порох, который воспламеняется высекаемой при ударе искрой. О, как понятно. Так, емкость колчана. Удушающая стрела. При попадании стрела выпускает облако ядовитого удушающего газа, который мгновенно обезвреживает цель, вызывает тошноту и затруднение дыхания. Можно взять, кстати. И сколько же... А, видите, я могу взять их. Отлично, вот, я их набрал 5 штук. Еще есть мак. Жевание листьев этого растения усиливает интуицию Гаррета, восстанавливает концентрацию. Ну, давайте прихватим 3 штучки. Так, емкость колчана. Что это у нас здесь? Уровень 3. Значительно увеличивает максимальный запас стрел. И что, я могу просто взять? Так, хорошо, уровень 3. Взял. Все? Как бы... Что-то я немного не понял. Я не купил. Я просто пришел и взял улучшение. Золото. И что я могу взять? А, здесь у меня... Ну, понятно. У меня было столько золота. Теперь, в общем, вот. Вот так вот. Понятно. Ладно, хорошо. Что-то класть буду я или нет? Да нет, наверное, не буду. Хотя, наверное... Удушающую стрелу лучше вот так вот оставить. Да, вот так вот, я думаю, самое то будет, то, что нужно. Так, ну все. Отлично. Взял золотишко. Где-то еще должно быть местечко, где я должен улучшать свои способности. Ожерелье Звезда Олдейла. Так, почитаем. Под защитой банка. А, видимо, это дополнительное задание. Так, так, так. На этой неделе знаменитое ожерелье Звезда Олдейла было помещено в хранилище первого банка Stone Market до установления его нового владельца. Как мы уже писали в этом месяце, леди Абигейл Хэднол погибла в ужасном пожаре, уничтожившем ее родовое поместье. Звезда Олдейла чудесным образом не пострадала при пожаре. Инспекторы установили, что пожар был несчастным случаем, что позволяет остальным членам семьи претендовать на ее имущество. Сегодня банк объявил, что от лица покойной леди Хэднол начинает поиски ее живых родственников. Ага. Так, так, так. Понятненько. Ну ладно, значит, наверное, мне стоит наведаться в банк. Что у меня здесь еще? Прогресс игрока, ресурсы, удушающая стрела. Так, ну про нее я читал. Инструмент для улучшения. Емкость колчана. Ну, все, уровень 3 у меня есть. Так, хотя я немножко не понимаю эту системку по улучшению. Так, давайте-ка ускоримся. Нет, что-то он здесь не хочет бегать. Ладно, значит, будем ходить медленно. Так, посмотрим, что у нас наверху. По-моему, ничего особенного. Очень странно, ведь я надеялся выучить какие-то новые возможности. Я еще раз спущусь, проверю, нет ли здесь чего-либо. Похоже, ничего. Да, пойдемте тогда дальше по сюжету. Посмотрим, кто этот некий или некая Б. Город Stone Market. Хотите отправиться? Да. Это простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через 2 дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватят тип. Yes, кстати говоря, насколько я знаю, в Dishonored была чума. Ну а здесь, чтобы... Ну, решили, чтобы люди не обвиняли в плагиате, решили сделать мрак. Я не помню, то есть даже не знаю. Стрелы можно использовать, чтобы ломать шкифы на расстоянии, понятно. Не знаю, была ли чума в последнем воре. Так что не могу сказать, был ли там тоже мрак или чума. Но вообще здесь добавили в этой части очень много магии. Глаз Гаррета был раньше механический, его заменили на магический. Мне так кажется, что вот как раз в прошлой части, когда... Гаррет там болтался на веревке и пролетел сквозь эту какую-то такую магическую завесу или непонятно что, в общем. Не смотри им в глаза. Его глаз как раз-таки, по-моему, и стал магическим, хотя он вроде как этого не знает пока что. Ну ладно. Так, так. Вот, мне, видимо, вот сюда нужно, блин, выстрелить. Так, давайте-ка. Но стрелы, конечно, к сожалению... 10 Нордкрестов подряд! 10! А нынешний хуже всех! Ну, мрак, ты не из-за него пришел. Да? А как насчет его стражи, бандитов в форме? Даже не знаю. Когда слушаешь его речи, веришь, что он знает, что делает. Чтобы править, нужна твердая рука. И он хотел как лучше. Ага. Он так гордится своими улучшениями, что уже год из-за реки не показывается. Я ж говорю, худший из всех. Да, ну вообще это очень классно, подойти так к стеклышку наверху, на крыше, послушать, что там говорят. Да, это очень классно. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Что-то там виднеется, конечно. Вскрыть замок. Так. Сейчас мы заглянем внутрь. Я вообще не знаю толком, куда я иду, потому что, похоже, мне вообще в другое место нужно. Но я очень сильно отвлекся, и меня это заинтересовало. Куда я сейчас направлюсь? Так, отлично. Сейчас посмотрим в скважину. Так, никого вроде не вижу. Никого не вижу. Так, ладно, ну давайте заходить тогда, раз никого нету. Так, посмотрим, что здесь. Ничего. О, да и тут замок, с ума сойти. Ну, этот замочек, я думаю, будет очень простым. Да, его мы вскроем довольно быстро. Вот так. Отлично. И что же тут? Какая-то картинка. А, рамка. А это что такое? Ну-ка. Слушайте, интересно. Где-то здесь должен быть секретный механизм. Так, вот он. Ха! Обалдеть. Так, давайте-ка я свечу затушу. Граблю вот этот вот комодик. И посмотрю, что же открылось. Что же открылось? Так. Ага. Подождите. А может быть, это ловушка какая-то была? Нет, подождите. Вот что? Ну, заглянуть за угол? Нет, заглянуть за угол мне не нужно. Я немного не понял, что точно я сейчас сделал. Возможно, здесь была ловушка, но я просто... Хотя нет, стоп. Ох ты, елки! Слушайте, да, это ловушка. Это была ловушка, действительно. Ладно, давайте-ка выбираться отсюда. Черт возьми. Неплохо вы меня поранили, сволочи. Так, хорошо, мне надо в другую сторону. Давайте тогда туда и поспешим. Это зачем я сюда пробрался? Ладно, хорошо. Но это было интересно. Сначала нашел механизм, отключающий ловушку, потом нашел саму ловушку. Да, типично. Так, мне туда. О, так, ну-ка заберемся. Заберемся внутрь. Очень не хотелось сдохнуть с голода. Хе-хе-хе. Самое интересное в воре. Что? Правильно. Воровать. Так, выключателя здесь нету. Здесь тоже ничего нету. И здесь тоже никого нету. Как-то очень все это странно. Че это никого нету? На свет, конечно, выходить не хочется. Но придется. Так. Доклад стражи. Давайте почитаем. От стражник Маньон вкратце. Склад оружия 6С перемещен в черный переулок. Описи осмотра оружия произведены стражниками Маньоном и Коссом. Ё-мо, это я что, к стражникам забрался, что ли? Ух ты. Интересно. Главное, чтобы они не пришли. Нож для бумаг. Да, ерунда какая-то. Нож для бумаг — это довольно фиговая добыча. Так, газетку я могу прочитать? Блокада. Улицы оглашаются криками стражников, отважно сдерживающих нависшую над нами угрозу мрака. Великие ворота закрылись, объявлен комендантский час. Добрые горожане почти не появляются на улицах. Капитан стражи Орслет Дархэм назвал это самой успешной мерой карантина на сегодняшний день. «Блокада нужна для защиты наших дорогих сограждан», — сказал он этим вечером, наблюдая, как закрываются ворота предателей. «И мы должны поблагодарить за все барона», — добавил он перед тем, как вернуться в Дейпорт. «Воистину, скромный герой города». Так. Ага. О, сейф. Сейф это... Это отлично. Только вот замок здесь, конечно, будет как всегда, я предполагаю, да? Да. Вот где-то вот здесь. Вот, отлично, нащупали. Так, где-то вот так, отличненько. Идем дальше. Идем, отлично, поймали. Вот где-то здесь. И последний. Где же он там? Вот он, где-то вот здесь, вот. Вот так, прекрасно. Когда долго смотришь на эти кружочки, прям в глазах рябить начинает. О, что это у нас здесь? Бюст. Неплохо, неплохо, весьма неплохо. Так, ну, вроде все. Вроде здесь все. Так. А здесь у нас что? А, так это все? Больше я дальше пройти не смогу? Ну ладно, что ж, отлично. А, здесь выключатель есть. Опа. Прекрасно. Так намного лучше. Правда, теперь я сам ничего не вижу. Мне пока что зрение не дали, кстати говоря. Может быть, в конце этой миссии дадут. Когда я до нее наконец-то доберусь. Так, мне надо вниз. Ух ты. Вот это верно. Так, я почти добрался. Тут там разговаривают про похлебочку. Но мне это не интересно. Таверна «Хромой Бурик». Хотите войти? Ну да. Мне явно туда. Бас, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет! Черт! Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Целый год? Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Бас, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И... Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да. Да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно? О, рад был тебя повидать. А у меня много вопросов. Есть. Целый год? Целый год, ё-моё, слушайте. Что же было? Что тогда произошло? Что случилось с Гарретом? Вне было целый год, а потом его нашли в этой повозке. То есть, не нашли. Он сам себя обнаружил в этой повозке, когда его везли обратно в город. Что же действительно случилось? Да, большой вопрос. Он еще пришел, там все в пылище у него в башне. С ума сойти. Вы можете брать дополнительные заказы у Басса. Навещайте его время от времени. Окей. Я знаю, что тебя зовут. Слышали, друзья? Это вороны. Целая стая каркают по нашей душе. Поют песнь барону Нордкресту, таферу, который запер нас в стальной клетке во имя прогресса. Железный сапог хочет похоронить нас, но вороны знают больше. От этой погоды у меня ногу. Так, что она там трындит? Мы посмотрим, кто выстоит. Нордкрест призывает потерпеть, но мы и так долго ждали. Город болен. Не стоит подыхать вместе с ним. Ну, понятно, в общем. Гонит, как всегда, какую-то пургу. Так, привет. И что ты мне скажешь? У меня есть товар для темных дел. О, товар для темных дел, понятно. Так, охотничья стрела, кстати, очень дешевая. Давайте-ка мы купим охотничьих стрел побольше. Ха, у него кончились стрелы. Блин, да, слушайте, реализм. Ха, у него кончились стрелы. Вот так штука. Давайте-ка купим удушающую тогда уж. Световая бомба. Вау, круто. Порох и кислота в древке при попадании в цель вступают в реакцию и дают ярчайшую вспышку, которая ослепляет людей в зоне поражения. Водяные стрелы вообще копеечные. Давайте закупимся ими по максимуму. Все в него куплю. Да, чувак, тебе повезло сегодня. У меня куча денег. Тупая стрела. Тупые стрелы. Эти дешевые простые стрелы ломаются при попадании в цели, предназначены главным образом для того, чтобы воздействовать на предметы, не тратя более ценные боеприпасы. Ну ладно, тогда я накуплю их. Сколько у него их там? По одной голде они стоят. Это вообще ни о чем. Тоже все куплю. Так, маг. Вот маг дорогой, конечно. Безусловно. Так, ну 3 хватит мне. Еда по 25. Тоже так. Давайте куплю одну. И... да, хватит. Потом еще, может, найду. Я сейчас думаю одну съесть. Так, огненные стрелы по 20 стоят. Да, вот огненные стрелы. Канатные стрелы. У меня нет ни одной канатной стрелы. Давайте-ка мы купим их хотя бы 5 штук. И огненных, наверное, лучше купить, чтобы было до 5 штук. Так, световые бомбы. Световые бомбы. Давайте купим 2. Может быть, мне пригодятся. Ну что, чувак, я затарился у тебя весьма отлично. Я могу много чего, кстати, ему еще и продать, оказывается. Но это только, опять же, мои вещи. Инструменты. Ух ты. Гаечный ключ. Инструмент, используемый для открытия решеток и отвинчивания болтов. О, как? Балансировка лука. Вот куда деньги-то сливать я буду. Ха-ха. Навык взлома замков. 150 голд. Слегка увеличивает чувствительность при взломе. Давайте я возьму. Конечно. Это мне явно пригодится. Очень даже пригодится. Все, навык у меня максимальный теперь уже получается. Или я не могу... Да, вроде я не могу больше купить. Похоже, что да. Кстати, а что это такое? Счастливая монетка. Эта старая монета принадлежала морскому капитану из далекой страны, которого похитили русалки, чтобы женить его на своей королеве. Капитану удалось заворожить русалок блеском монетки и сбежать. Отлично подходит, чтобы занять мозги и пальцы. Увеличит максимальный запас концентрации. Ха, прикольно. Поручительство Бассо. В городе ходят слухи, что слово Басса далеко не так надежно, как его поручительство. К счастью для тех, кто не любит словоблудие, поручительство Басса можно купить напрямую без посредника. Главное, ему самому об этом говорить не стоит. Снижает цену ресурсов на 25%. Офигеть. Зубоскальная соль. Усиливает эффект восполнения здоровья при приеме пищи. Во время блокады вяленое мясо стало единственным безопасным блюдом, и зубоскальная соль позволяет разнообразить рацион. Ее название связано с выражением лица при первой дегустации. Это трудно назвать улыбкой, скорее это гримаса. Сумка Троя. Старая потрепанная кожаная сумка, которая, если верить по слухам, была украдена у самого доктора Троя. Как бы то ни было, конструкция этой сумки позволяет легко и просто переносить провиант и мак. Жаль, что она не черная. Увеличит максимальный запас еды и мака на 2. Пушистый колчан. Изнутри этот колчан подбит мхом. Говорят, что стрела, побывавшая в этом колчане, поражает цель бесшумно. Во всяком случае, обитатели болота убийцы, бесшумно подкрадывающиеся к своим жертвам, благодаря особым ботинкам из мха. Зазубренные охотничьи стрелы поражают цель бесшумно. Вот это интересно. Но я не хочу никого убивать, так что... нафига оно мне нужно? Масло огненного шалфея. Этот стеклянный пузырек наполнен черным маслом с легким запахом миндаля. Если верить продавцу, данная жидкость получена из листьев огненного шалфея. Он якобы произрастает в траве и обладает огнестойкостью. Денег обратно не ждите. Уменьшает урон от воспламенения и ловушек. Медальон ветров. На этом старом медальоне присутствует гравировка «Листья, гонимые сильным ветром». Его нашли в могиле молчаливого Джофа, легендарного лучника. Этот медальон отводит стрелы от своего владельца. Вау. Хочется верить, что умер Джоф не от стрелы. Уменьшает вероятность попадания вражеских снарядов. Давайте купим. Недорого стоит. Я думаю, мне пригодится. Так... Так. Теперь мне надо уже более разумно тратить деньги. Урон от дубинки. Слегка увеличит урон, наносимый дубинкой. Так, но это слишком дорого что-то для меня, по-моему. Слегка понижает получаемый урон. Нет. Сила стрельбы. Слегка увеличит урон, наносимый стрелами. Балансировка лука. Слегка уменьшает время прицеливания. И гаечный ключ. Давайте купим гаечный ключ. Я думаю, мне пригодится. Так, у меня осталось 400 голд. Я могу еще что-нибудь купить. Счастливая монетка увеличит максимальный запас. Так, зубоскальная соль, мшистый колчан, масло шалфея. Что-то надо взять такое прям хорошее. Может быть, концентрации побольше. Да, давайте, наверное, возьмем побольше концентрации себе. Ну и, в принципе, и хватит. Так, все, отлично. Спасибо, тючок. Я неплохо затарился. Очень неплохо затарился. Так, как тут у нас кушать-то? Аж, да, все, покушали мгновенно. Даже ничего делать не нужно. Чернолобые докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился. Потом закинули его на телегу, хотя он еще шевелился. Может тут посмотреть что-нибудь? О, еще одна газета. Нордкрест несокрушим. Давайте почитаем. После еженедельного повешения барона... Барон Нордкрест сделал небольшое заявление. Первое после ужаснувшего всех покушения на его жизнь. Народ поприветствовал нашего железного вождя, показавшего себя настоящим человеком из стали. И хотя выступление барона было на несколько часов короче его обычных речей, он заверил всех, что его планы развития города сейчас четче, чем когда-либо, и скоро будут притворены в жизнь. Жаль, что проклятые заговорщики не дожили до этого дня, было бы хорошо казнить их после того, как они увидят несгибаемый дух барона. Жаль, что любимая всеми верными гражданами города леди Вивиан снова отсутствовала. Тем не менее, на обратном пути кортеж барона встречали радостными возгласами. Все прославляют барончика. Давича видел, как один болтал сам с собой в баре. У соседей сверху тоже. Так, хорошо, что здесь меня никто не трогает. Я в законе, все зашибись. Пойдемте-ка дальше. Хотел спереть у этого чувака чего-нибудь, но у него ничего не было. Так, куда отправляемся? Город Stone Market. Причем город всегда город. Я до сих пор не видел название этого города. Хотя больше это похоже просто на Лондон. Лондон викторианской эпохи плюс стимпанк. Да? Значит, наши потроха защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышались. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. А Тали ее коллекционировал. Не совсем так. Какой-то псих ему платил по 2 пенни для научных исследований. Когда Тали скручивала кашлем, он зарабатывал больше нашего. Что за странности? Все там будем. Мокроту собирал их. Жесть. Зачем? Так, ну, здесь вроде как все так приятненько. Меня никто не атакует, и я могу спокойненько бегать. Так что все путем. Так, вот мы и пришли на кладбище. Это последний. Завтра будут новые. Мне уже кажется, что они везунчики. Везунчики? Некоторые мрачники откусывают себе языки, чтобы все кончилось. Выдавливают себе глаза, уши царапают. Ой. Так себе везение. Ужас. Ужас какой. Ё-моё. Нет. Они совсем не везунчики. Да уж, действительно, совсем не везунчики. В Морнингсайде. Это двор королевы попрошаек. Ага. Что у нас здесь? Еще одна газетка. Ну давайте почитаем. Старые боги в новом городе? На этой неделе барон объехал места, где совсем недавно были снесены храмы Дейпорта. Он выразил надежду вскоре вернуться и проинспектировать трубные хабы, которые будут построены на их месте. Некоторые историки выразили недовольство по поводу уничтожения исторических памятников, но все согласились, что город должен двигаться вперед. Возможно, эти здания имели историческую ценность, милостиво предположил барон, но она обесценивается важностью инвестиций в будущее. Воистину, барон третий из Нордкрестов, запретивший поклонение старым богам, но он первый, кто пошел еще дальше. Могучая крепость барона вскоре обеспечит энергией целый округ. Ну, походу он там явно какую-то магию мутит. Мне это совсем не нравится. И больше мне интересно, что же было с Гарретом. Почему его не было целый год? Старая часовня. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый, но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен, но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Ах, вот оно что. Мы получили очко. Так, посмотрим. Улучшение навыков. Навестите королеву попрошайка и пожертвуйте ей золото. Взамен вы получите очки концентрации. Это хорошо. Так, значит, получается, эти ребята что-то там замутили, что-то у них пошло не так, и начался мрак. И поэтому меня вернули в город, потому что только в городе безопасно. То есть она меня вернула. Вот оно что. Так, это очень интересно. Ну а теперь самое интересное. Куда я должен вложить очко навыков? У меня всего лишь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пунктов, куда я могу вложить очки навыков. И, кстати, в них что, всего 2, да? Да, причем в интуиции одно у меня уже вложено. Так, способность находить уникальную добычу и трофеи, появляющиеся отпечатки рук, указывают путь. Это хорошо. Ловкость. Способность быстро украсть несколько предметов у ничего не подозревающей цели. Классно. Способность видеть звуки, исходящие от врагов на небольшом расстоянии. Бой. Способность оглушать врагов одним ударом. Сконцентрируйтесь на зрении, прицельтесь врагу в голову и нажмите кнопку R. Ага. Слушайте, а вот это классно. А вот это классно. Только вот мне интересно, а второй уровень улучшения боя, что он дает? Ведь, судя по тексту, он просто дублирован. Не понимаю, зачем он тогда нужен. Так, скорость. Незначительно ускоряет ваши действия во время стрельбы, боя и взламывания замка, замедляя весь мир вокруг вас. Вау. Клево. Эффективность. Немного снижает расход концентрации. Стрельба. Значительно увеличивает дальность прицеливания. Для этого эффекта не требуется концентрация на зрении. Скрытность. Способность передвигаться тише, используя концентрацию. Уменьшает производимый вами шум, в том числе на шумных поверхностях. Так. Что же мне взять? Интуиция, конечно, классная вещь. Ну и ловкость неплохая. Вообще, много таких способностей хороших. Но... одновременно с тем они не особо обязательные. Так, ну давайте я, наверное, скорость возьму. Наверное, это будет лучше, хотя интуиция тоже очень классная вещь. Ладно, я возьму интуицию. Бог с вами. Да, отлично. Теперь буду искать всякие интересные местечки. Так, хорошо. Что у меня тут по прогрессу? Предметы, счастливая монетка, ресурсы, понятно, инструменты улучшения, гаечный ключ, навык взлома замков. Почему ресурсы все еще открыты? А, тупая стрела и световая бомба. Понятненько. Так, а, собственно... Могу ли я вернуться к королеве попрошаек? Видимо, нет. Видимо, не могу. Хорошо. Ну что же, нам нужно направляться к литейному заводу. Так, а что это такое? Опа! Опа! Вот гаечный ключ и пригодился. Ах, жесть, слушайте. Просто открутил от стены панельку. Жесть. Да, это смешно. Это смешно. Просто... Реально. Бери все, что плохо лежит. А, вот она. Она же сидит здесь. Мне туда не надо. Кажется, ты чего-то хочешь. В чем дело? Посмотрим. Хотите сделать небольшое пожертвование, взамен вы получите очко концентрации. А, понятно. Я думаю, что цена будет увеличиваться. Безусловно, цена будет увеличиваться. Но пока что у меня недостаточно денег. Я еще увижу тебя. Я уверена. Конечно увидишь, дамочка. Так, ну что ж, дорогие друзья, встретимся мы уже в следующей части. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И не забывайте советовать друзьям. А также подписывайтесь на мой канал в Твиче, где я провожу разные стримы. Все ссылки в описании к видео. С вами был Гидон, всем спасибо и до следующей миссии.